Улицы, тротуары, проезжая часть дорог и театральная площадь. С помощью мощного напора воды и щеток специальной техники грязи и пыли даже шансов не оставляют. Ежедневно в дневные часы и по ночам дежурные бригады в городе проводят санитарную чистку. Ночью убирают, чистят, пылесосят и моют более тщательно. Автомобилей единицы, людей почти нет. Дороги свободны для уборки. На ночную смену работники заступают в 9 вечера и до 7 утра приводят 14-15 улиц в идеальный порядок. Работа проходит ежедневно с 9 вечера до 7-8 утра. Бригада 6 рабочих машин, то есть 3 машины, 5 мазов, 1 хако. Из мазов 3 машины водовозки, то есть машины, которые моют улицы. 2 маза пылесосы, которые, соответственно, подметают там лоток, проезжую часть и так далее. Одна машина – это хакос, то есть машина, которая заезжает в места, в которые мазы не могут заехать. Соответственно, у нее также имеется керфель для мойки там, плитки и прочего. Работаем мы по муниципальному контракту, то есть по графику, предоставленному из ЖКХ. Улицы моются, фактически все основные улицы моются ежедневно. Центральные улицы в микрорайонах и спальные зоны убирают везде, добиваясь максимального результата. Поэтому утром по пути на работу или пляж анапчане и гости курорта идут уже по свежим убранным дорожкам и тротуарам. И даже не знают, ночью проведена большая санитарная работа. Видят только результат. Техника отрабатывает всю улицу, весь прибордюр, всю трассу. То есть дворники выходят по утрам, соответственно, собирают бросовый крупный единичный мусор, который пылесос не берет, который валяется на газонах и так далее. То есть дворники фактически дорогой уже не занимаются, потому что весь техника делает это на ура. Накануне главного праздника, Дня города, особое внимание уделяют плитки на театральной площади. Моют специальным раствором и споласкивают водой под напором. Для специальной чистки от жевательных резинок привлекают агрегат расплавляющей жвачки. После паровой обработки убрать размазанную кляксу – пара пустяков. Тщательную уборку в Анапе проводят каждый день, но усилий одних только городских служб недостаточно. Наведение порядка на курорте – общее дело всех его жителей и просто обязанность предпринимателей и собственников торговых объектов и кафе. Правила благоустройства и содержания прилегающей территории в Анапе для всех едины. Соблюдая их, мы вместе сделаем наш город красивее и уютнее.